Всем привет, друзья, с вами Амик, и мы продолжаем играть в симулятор собаки, ну или симдог. В общем, друзья, мы с вами в прошлой серии практически победили всех боссов, и, честно говоря, последнего босса с винтовкой я так и не победил. И я думаю, давай-ка мы сегодня, вырастим помощь, действительно, нам нужна помощь в виде наших щеночков. Так что сегодня будем выращивать щеночков, но не просто выращивать щеночков, а будем выращивать... роботов-щенков. Да, я хочу наконец-таки себе прикупить офигеннейший скинец. Так что, друзья, обязательно-обязательно ставьте лайк. Спасибо, кстати, за вашу активность. Вы просто мега-буря. Слушай, давайте мы, знаете, что сегодня прикупим? Да. Где он? Я хочу этот скинец уже посмотреть, а то он довольно-таки прикольно выглядит. Вот я только думаю, какой из них? Либо этот, либо этот. Вот, это, знаете, как терминатор, да, какой-то. А вот это мне очень сильно понравилось. Я, наверное, вот этого пса себе и прикуплю. Так что давайте-ка мы с вами поменяем и у нашей мамочки, у Ксю, да, тоже ей сменим на этого робота. А, слушай, а давай мы ей купим вот такого трансформера. Да, я и того возьму. Слушай, да, круто выглядит в реальной. О, прикольненько. Давайте-ка отправляемся быстрее мы с вами в домик. Попробуем там родить щеночков. У нас как раз 10 уровень есть для того, чтобы родить новых щенков. Давайте ложимся спать быстрее. Ну. И у нас появляется... Да, у нас родился щеночек. Персонифицировать его нужно. Давайте, а какое можно, какое-нибудь случайное имя есть или нет? Давайте мы его Адам назовем. Адам. Давайте его Адамом назовем. Он будет у нас мальчиком и будет мальчиком-роботом. Будет похож на папу. Смотрите, какой он прикольный. Смотри, какой он реально прикольный. Ну-ка, сейчас мы его попытаемся вытащить на улицу. Да, конечно, нравится, но только не сейчас. Так, давайте-ка попробуем его вытащить на улицу, посмотрим, как он выглядит. Посмотри на этого малыша. Он такой забавный, такой смешнявый. Ну, слушай, мне он нравится. А мы можем его как-то с собой взять, что ли? Ну-ка, сейчас попытаемся его взять с собой. А можем, подождите, стоп. Давайте-ка зайдем в семью, мне очень сильно интересно. На 20 уровне сейчас мы еще малыша заведем. Еще одного малыша. Быстрее в домик. И надо сейчас имя придумать. У меня с этим всегда были такие проблемы с придумыванием имен. Снова перфекционизировать. Такое слово сложное. Давайте Юлия. Давайте Юлия назовем. Не знаю, что первое в голову приходит, то и будем называть. И этот будет Юлия Терминатор. Да, у нас вон, видите, смотрите, у нас два разных щеночка есть. Они достаточно прикольные. Да, конечно, нравится. Ну, алё, ну, что ты меня достаешь сегодня? Задание 6 из 30 у нас выполнено. Давайте-ка мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами все-таки отправим... стоп. А что нам вообще нужно сделать? Нам бы, конечно, бы прокачать... силу бы у Ксю, либо... А, щенков нужно еще прокачивать, оказывается. Ну да ладно, сейчас мы тогда попытаемся Ксю силу прокачать. Слушайте, а давайте-ка мы за малыша попробуем. О, смотри, какой прикольный. Смотри, какой малюсенький. О, прикольненький. Слушай, а давай за другого еще попробуем поиграть. Вот за Юлию зайдем. Юлия. О, смотри. Слушай, не, ну мне он тоже нравится. Как бы неспроста я себе такой прикупил. Слушайте, теперь я буду, наверное, каждую серию по симуляторам собак постоянно в каком-нибудь новом скине. Смотрите, какой прикольный щеночек теперь у меня есть. Такие роботы ходят по городу в темноте. Эй, мыши, будьте осторожны, мы за вами охотимся. Давайте поиграем немножко за Юлию, посмотрим, сможем ли мы играть за щенка. Возможно... О, смотрите, крыска Лариска. Эй, здрасте, мордасти. И куда это мы убегаем? Слушай, а быстро довольно-таки справляемся, да? Неплохо. Так, щенок 8% получил. О, а давайте за щенка победим первого босса. Первого в жизни у Юли будет первый босс. Так, нам нужно срочно сходить до телепорта. Отправимся в телепорт. Давайте немножко поспим, чтобы восстановить все силы. Да, у нас энергии слишком мало. Да я и днем больше люблю путешествовать. Давайте мы все-таки с вами попытаемся отправиться к боссу. Это наш будет сегодняшний первый босс. Мы его попытаемся победить, и побеждать будут именно щеночки. Робо-щеночки победят всех на свете, наверное. Так, давайте-ка мы на ба... Это все-таки баганутый, да? Это баг. Все еще существует. Его никак не пофиксили даже после моего ролика. И, ну, в принципе, для начинающих игроков это само то.
Да, и, кстати, напишите в комментариях, какой у вас максимальный уровень на ваших щенках. Ну, не на щенках, а на ваших собак. Ну что, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что это у нас корова разозлилась это так? А что ты так разозлилась, коровочка? Ты чего такая серьезная? 2000 здоровья, слушай, ну это неплохо. Сейчас мы сразу получим, я думаю, сколько интересного уровня получим. Мне просто даже интересно стало. Ну-ка, сейчас мы ее побеждаем. 300 здоровья у нее остается. И у нас восстановилась вся энергия. 23. 23 уровня, друзья. Ну, это довольно-таки многовато. А это что за баги? Такие происходят. Смотрите, на экране какие-то баги происходят. На это... Вы тоже это видите? Или это только я вижу? Это... А что это такое? Это очень странно. Ну да ладно, давайте-ка мы прокачаем. У нас теперь есть и Юля, и Адам. Они теперь не щенки, они выросли. Им нужно каждому прокачать силу. Силу одному соточку, 100 золотых. Я на одно, ну, 100 тысяч на одного потрачу. И на... А, тут по 50 тысяч. Я понял, по 50 тысяч только мы с вами можем потратить и на Адама, и на Юлю. Окей, в принципе, без проблем. Мне-то какая разница, сколько тратить? Мне главное, чтобы они хорошо сражались против последнего босса в этой игре. Так, давайте-ка мы с вами запустим заново, сбегаем до дома и отправимся, я думаю, что поохотимся, да? Нам нужно все-таки главного босса, я хочу хотя бы проверить, сможем ли мы его вообще с ним справиться. У него 20 тысяч здоровья, по-моему, насколько я помню, и спрятаться от него просто некуда. Так что заходим в домик, посмотрим сейчас, сможем ли мы справиться с ним или нет. Так, отправляемся на пляж, он находится вот здесь, отправляемся на пляж и бежим в сторону... Ага, нам нужно, получается, вон туда бежать. Ох, друзья, я немножко переживаю, потому что я думаю, что мы, возможно, с этим боссом и не справимся. Но я, конечно, надеюсь на то, что мы с ним можем справиться. Но, знаете, всякое может произойти. Обходим мы как-то странно по горе, да? Вы не заметили, да? Мы как-то очень странно обходим стороной. Эй, где же ты, босс? О, смотрите, там лиса. Нам как раз лису нужно одну победить, 100%. Так, одна лисичка есть, сейчас мы разомнем всех наших щенков и заодно восстановим здоровье. О, здрасте, мордасте. О, ничего себе, они как-то летели. Вот это да. Так, давайте-ка мы с вами пока очень медленно пойдем, будет восстанавливаться пока здоровье, мы дойдем до босса. А, это медведь, слушай, я, походу, дело не туда пришел. Ну ладно, давай тогда ежедневное задание попробуем хотя бы выполнить. Может быть, действительно, нужно было сначала справиться с ежедневным заданием, а я сразу пошел на босса. Послушайте, а подождите, мне очень сильно интересно, где этот босс находится. Вот он, походу, дело где находится. Да-да-да, я перепутал его местонахождение. Ладно, давайте-ка сначала поохотимся на вот этих прекрасных, так, далеко слишком стоит. И вот здесь вот... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отходим, господа, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух. Слушайте, а там кто такой? Там кто-то, походу, дело хочет по нам пострелять, что ли? Не тут-то было. У меня такое ощущение, что мы все-таки не сможем победить того босса. Ну вот почему-то мне так кажется, ну серьезно. Ну, у меня 104 здоровья, да, и нас чуть ли две лисы не победили. Я думаю, что с тем боссом нам просто нереально справиться. И никакой баг не помогает, понимаете, в чем проблема? Действительно, вот я пытался по-разному победить этого босса, но у меня просто никак не получается. Ах, как быть-то, а? Как быть-то? Ладно, давайте-ка посмотрим с другой стороны, может быть, обойдем немножко, а? Ну-ка. Давай с горы посмотрим, как он там... Сзади, может, ему сзади как-то можно подходить? Слушай, я не знаю, серьезно, я без понятия. Я просто без понятия, что с ним мы будем делать. 10 тысяч здоровья, 100 уровень. Друзья мои, я просто без понятия. Давайте-ка мы выберем все-таки главного персонажа. Я думаю, что малышами мы все-таки не победим. Да, просто, да? Так, стоп. А, нужен 24 уровень, а я думал, у нас золота не хватает. Оказывается, это потому, что у них уровень максимальный. Но здесь здоровье можно прибавить, да, по сути. А что нам еще? Ну, что еще можно? Ладно, давайте сыграем за Амика и посмотрим. Может быть, у нас все-таки получится. Так вот потихонечку, понемножечку к нему подойдем. Может быть, он нас не увидит или еще что-нибудь.
так давай попробуем. Давай пробуем. А, я понял, походу, дело. Не, ну смотрите, даже 1000 здоровья не снял. Ну вы серьезно? Как его побеждать? Я без понятия просто. Ладно, давайте просто тогда задание сегодня повыполняем. И немножко подпрокачаемся. Да, действительно, походим сегодня на босса. В любом случае, нам нужно как-то этого босса самого сложного на 100 уровне, который 100 уровня, его вообще никак не победить. Ну, серьезно. Но вы сами видели, какие проблемы у меня мне доставляет этот босс. Просто мега проблемы, я бы сказал. Так, давай. Отлично. Давайте в чащу леса пойдем. Может быть, мы там найдем все-таки оленя. Если оленя найдем, будет уже... Ну, уже более-менее хорошо, согласитесь, уже будет действительно более-менее хорошо. Так, нам... А, это нет, это лошадь, а мы оленя пропустили. Слушай, а как так? Я вроде рядом был с ним, а оленя пропустил. Ладно, мы сейчас выполним как раз задание, нужно, главное, не проиграть. Так, осторожно, давайте мы просто, знаете, за дерево, да и все. Все, нам просто выполнить задание... Да, все, выполняем задание, отлично. Через 1 час у нас будет новое задание, 7-е. Я думаю, что мы уж в следующем ролике справимся с этим заданием. Кстати, у нас там куча достижений, которых мы с вами так и не прочли. Так, иметь полную семью, вот. Все собаки, независимо от породы, являются прямыми потомками волков и технически относятся к тому же виду. О, прикольно, кстати, не, это я знал. Это я знал, и я думаю, что многие из вас тоже знали об этом. Найти свое жилье. Это мы с вами находили. Победить медведя. Это самка собаки вынашивает щенков примерно 60 дней. Вы-то знали такой факт? Слушайте, а мы читали это или нет? По-моему, мы не читали про боссов, да? Отпечаток носа собаки. Это читали. Так, в общей сложности в мире... Да, это читали тоже. Вот, победить Хэви. Вот, его мы вообще ни в какую не можем победить. Ну, как такое вообще возможно? Мы должны были его победить, но у нас ничего не получается. Абсолютно. Так, у взрослой собаки 42 зуба. Ничего себе. Я, кстати, не знал, что 42 зуба. Серьезно? Может, я, конечно, забыл эту информацию, но я что-то о ней не слышал. Ладно, давайте-ка мы с вами отправимся в домик. Нам нужно телепортироваться снова к корове, чтобы получить много золота, чтобы прокачать наших всех собак. Возможно, ну слушайте, 1000 здоровья мы сняли за 150. Слушай, ну нам надо много. Нам очень много нужно будет восстановить. Слушай, а у меня есть идея. У меня реально есть интересная идея. Сейчас давайте выспимся. Ага. А, зачем нам спать? Мы же в игру перезашли, да? Мы же вроде только в игру перезашли, зачем нам спать? Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас отправляемся к боссу. Ну, тут поближе и бежать. Отправляемся к боссу. Попытаемся его немножечко победить. Вот прям чуть-чуть. И если у него останется слишком много здоровья... Да, короче, смотрите, сейчас все объясню. Даже если мы проиграем, мы прибежим к нему снова, у него, возможно, не отрегенерируется здоровье. Я просто, честно говоря, не знаю, как его люди-то вообще побежат. Как этого Хэви-то победить? Ну да, это, конечно, проблема. Будет теперь на века. Но я думаю, что вы у меня уже в комментариях написали, я обязательно прочту, потому что к прошлому ролику я никакой информации, ну, не увидел. Может быть, я, ну, мало читал, просто... Реально, никакой информации толком я не нашел, как победить этого босса. Так что мы постараемся сегодня хотя бы его хоть немножечко победить. Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Мы сначала дождемся всю нашу семью. Так, где она тут? Где вся наша семья? Эй, иди сюда. Куда это ты? Так, давай-ка мы еще с этой стороны подойдем. Я думаю, что нужно прямо поближе подошли. Так. И полетели! Давай. Попробуем, друзья. Если у нас получится хотя бы снять 1000 здоровья. 1500. Давай. Отлично. Разворачиваемся. Быстрее разворачиваемся. Телепортируемся. Снова вот сюда указываем местечко. И бежим быстрее, друзья, потому что у нас могут... Может, нам повезет. Серьезно, может быть, нам повезет, и мы справимся с этим боссом. Не знаю, честно вам признаюсь, если вот так вот к нему бегать и побеждать, то, возможно, мы его и победим. Но если
если у нас не получится, я просто без понятия, как с ним справиться. Ну серьезно, как с ним справляются реальные игроки? Хотя, возможно, прокачиваются сначала на корове, прокачивают все свои параметры по максималочке, а потом приходят в гости к этому хэви и разбираются уже с ним на месте. Но я надеюсь, что он не восстановил свое здоровье, очень сильно надеюсь. Где же ты там? Эй, выходи! Ну, на радаре он уже виден, но здесь его нету. Слишком, видимо, далеко находится, потому что даже с такого расстояния не видно его просто-напросто. Эй, вон он! Вон он! Быстрее, 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 быстрее! Добегаем на него с опачки! А вот это уже интересно! А вот это уже интересненько! Все, мы его сможем победить. Мы его точно сможем победить. Ух, я думал, что у нас будут проблемы. Но теперь-то я точно знаю, что мы с ним должны справиться. Слушайте, у меня тут такая идея. Давайте-ка мы сначала прокачаем наши параметры. Мне что-то не нравится то, что у меня такие слабенькие параметры на моих собачках. Так что давайте-ка мы сначала прокачаем и здоровье, и атаку на всех моих собаках. Потому что, ну, я думаю, что у меня будут даже проблемы с этим боссом. Вначале, я думаю, щенков прокачивать, а потом уже основную собаку. 500 здоровья, слушай, ну 500 здоровья это более-менее. Сейчас посмотрим, за сколько мы секунд справимся с этой большущей коровой. Ну, слушай, быстро достаточно. 2000 здоровья, в принципе, неплохо. Ладно, сейчас мы попробуем все деньги вложить в наших щенков. Эники, беники, еле вареники. С кого начнем, мне очень интересно. Так, давайте с Адама, давайте по максимальному... Загружаем ему силу! И Юли, конечно, тоже нужно максимально загрузить силу атаки. Так, у них есть 64, 64, 91 и 91. Нам, в принципе, можно только здоровье прокачивать. Так что быстрее отправляемся еще раз. Да, я вот думаю, что если мы перезапускаем, конечно, это не так уж и хорошо. Но в любом случае, я просто надеюсь, что мы должны все-таки сегодня справиться с боссом. Да, он очень сильный. И с ним не так уж и просто справиться. Не, возможно, мы, кстати, с ними не справимся. Но есть просто какие-то, может быть, моменты, уловки, и которые нам, естественно, помогут. Ладно, отправляюсь, пока несколько раз покачаемся. Чего? У меня что, нету 1000 золотых монет, что ли? Серьезно? У меня нет... Это как так? Сейчас заработаем. Это 3000-ная. Ладно, это третья корова, которую я победил. И у меня есть 300 золотых монет. Сейчас мы их, естественно, будем тратить очень аккуратно, чтобы прокачать всю нашу семью. Так, давайте-ка мы сначала начнем с Ада. А, нет, слушайте, давайте-ка мы сначала прокачаем Амику здоровья. Да, я думаю, что это будет самый адекватный вариант. Хотя, интересно, сколько вообще мне добавят? Ну-ка, сейчас посмотрим. 680 здоровья? Ты серьезно? Ну ладно, ничего страшного, не расстраиваемся, идем просто на босса. Да, не будем расстраиваться, идем просто на босса. Главное, слушайте, главное нам, знаете что, нам запастись золотом. Да, я думаю, что нам нужно запастись золотом. У него все-таки 10 тысяч здоровья или 20 тысяч здоровья. Ладно, давайте немножко еще подготовимся. Я думаю, что нам все равно нужно будет подготовиться к этому боссу, потому что нужно много-много золота. Эй, куда ты? Мы тебя должны догнать. Так, нам нужно срочно золото еще побольше. Можно, конечно, еще один раз до коровы сходить, да? И заработать золото, чтобы нам точно хватило. Нам 9 тысяч должно хватить. Давай-ка мы перезайдем тогда в игру и сходим до босса. Снова этот гигант, который нас, скорее всего, сейчас победит. Ладно, давайте не будем так говорить, потому что нужно его сначала победить. Хотя бы, ну, я хочу хотя бы 8000 ему оставить. Мне кажется, мне вот хватит даже сил. Возможно, действительно, у меня хватит. Так, 8000 осталось. Отлично! Слушай, не, мы должны с ним справляться. У меня есть одна мысля, слушайте. Поближе, по-моему, будет без телепортации. Давайте попробуем один разочек без телепортации сбегать к нему. Отметим его просто на карте и побежим через эти горы. Да, по-моему, здесь действительно намного быстрее получается. Вон там, видите? Вон там гора чуть-чуть поменьше. Я думаю, то, что эта телепортация от города просто-напросто не нужна, потому что здесь, в принципе, по времени точно так же бежать. У него осталось, по-моему, 8000 здоровья. Сейчас мы проверим, сколько у него осталось. Итак, у него осталось 7547 здоровья.
Ну, продолжаем. Что нам еще остается делать? Хотя бы нужно оставить ему 5000 здоровья. Давайте попробуем так сделать. Нет, 5000 здоровья не сделал. Ну, хотя бы 6. Хотя бы 6. 6000 тоже не сделали. Маловато. О, так, отметим его сразу же и бежим снова. Снова и снова будем бегать, пока не победим. Как же хорошо, что у него не восстанавливается здоровье. Я очень сильно этому рад. У него 5700 здоровья, да, осталось. Что-то вообще очень мало мы ему снимаем. Ну ладно, ничего страшного. Просто будем бегать к нему и побеждать. Рано или поздно мы все равно его победим. Кстати, я здесь более простой ход нашел. Мы просто бежим по тротуару, забегаем вон на ту... Ой, там... Там доберман, что ли? Ничего себе, а что это он тут делает? Нет, давайте его лучше оббежим, нам он пока не интересен. Нам нужно забраться вот на эту гору, но там не воровать помидоры. Нам нужно добраться до босса. Ну что же, последний раз у него 900 здоровья, и я вот знаете, что делаю теперь? Я его еще плюсом глушу, да, я нажимаю на глушение, его глушаю, и тем самым я с ним даже намного лучше справляюсь. Ну-ка, Победили этого босса! Отлично! Давайте сразу прочитаем, что там за ачивочка. Ну, что там за надписи. Победить охотничью Хэви. Собаки так сильно привязались к человеку, выступая в качестве домашних животных, работников и поводырей, что их прозвали лучшим другом человека. Это действительно так. Собаки действительно лучшие друзья человека. Но у меня остался один главный вопрос. Мы победили всех боссов. Да, таким способом можно победить этого босса. Но. У меня остался один главный вопрос. Если мы вот так вот хэви таким способом можно победить, а можно ли между попытками спать? Сейчас мы попробуем. Просто я как бы хэви бегал не с полным здоровьем, да? Сейчас мы попробуем это протестировать. Я чуть-чуть ему откушу здоровье. Потом снова побегу к нему обратно, то есть максимально его покусаю, потом он нас победит, мы отправимся на базу, ну, либо домой, поспим дома, и мне интересно, восстановятся ли силы у Хэви, восстановится ли после нашего сна здоровье у этого босса, али нет? Мне очень сильно этот вопрос интересует. Ну что же, тест начинается, сейчас мы, надеюсь, его сможем пробить, насколько это вообще возможно. Не, ну слушайте, с этим вообще, о, а чё он такой сильный-то оказывается? 8000 здоровья, слушайте, ну мы его неплохо так пробиваем, если его оглушать, то еще лучше. Все лучше и лучше. Кстати, за него дали, насколько я помню, 40000 золота. Ну что же, теперь мы с вами заходим домой и попробуем поспать. Вздремнем немножечко, да, отправимся заново к нашему другу Хэви. Ну и. Давай. А, стоп. Не понял юмора. Подождите, а почему у меня не полное здоровье? Я же вроде ложился спать. Ну ладно, сейчас мы попробуем. Давайте еще раз попробуем тогда. Почему-то что-то я сомневаюсь. Я же вроде ложился спать. Я сейчас прямо усну 100%. Так, сбегаем быстрее. Поспим, восстановим наше здоровице. Больше вроде как... А, нам нужно еще спать, что ли, получается? Ну давай побольше поспим. Не, слушайте, он не восстанавливает свое здоровье, действительно. Он не восстанавливает свое здоровье даже после нашего сна. Но у нас уже столько этого здоровья, то что мы просто-напросто с ним очень легко справимся, да? Ну, не знаю. Посмотрим. Не, мне нравится этот способ. Мне больше он нравится, чем предыдущий. Лучше уж я восстановлю свое здоровье, нежели я буду очень долго бегать туды-сюды. Так что это реально способ рабочий. Да уж, способ со сном мне намного больше нравится, потому что мы восстановили очень много здоровья. Как видите, он просто в шоке, наверное, стоит сейчас. Просто в шоке. Эх, дядька, ты нас хотел победить, но не тут-то было. Так, ну что ж, мы действительно получили с него 40 тысяч золота. Ну, как-то неплохо за такого босса, но все-таки проще охотиться действительно на корову.
Ну что ж, друзья, спасибо за вашу активность под роликом, и я вам, надеюсь, помог. Если кто не мог справиться с этим боссом, теперь вот такой способ я для вас нашел. Да, в дальнейшем, естественно, я буду прокачивать всех своих псов дальше, так что обязательно ставьте свой лайк. И смотрите ролики от начала до конца, потому что это очень сильно помогает для продвижения канала. Ну и обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. С вами был Амик, всем удачки в прокачке! Пока-пока! Бум-бум-бум!